Здравствуйте! Мы ведем наш репортаж прямо из студии DFM. Наши сегодняшние гости, очаровательная Юлия с свежеприготовленными блиноладами. Блиноладовыми изделиями. Тоже находится вместе с нами. Юль, скажи, пожалуйста, что, как у нас тебе? Как тебе, что, как у нас? У вас очень мило, очень клево. Я не думала, что будет так. Реально, как домой к друзьям пришла по печику. Мы еще сноуборд в следующий раз найдем. Скажи, есть ли какие-то советы, просьбы, пожелания для наших следующих гостей? Хочу, чтобы девчонки приходили, чувствовали себя как дома, ничего не боялись, микрофон расползается. Такого не будет в эфире, девочки. Все очень круто, здесь все добрые, хорошие друзья. Ты что-то так странно держишь. Ну скажи, ты на самом деле боялась, ты не верила, что тебя выберут, да? Ты думала, что это все фейк? Да, я тебе говорила. Ну так это ж не фейк, правильно? Нет, это все на самом деле, все реально. Ну, в общем, мы тебя поздравляем, спасибо за участие. Фейк это мы. Спасибо. Они не настоящие. Ура! Трам-пам-пам!